Пиздуй на Валберес. Смотри на меня. Мишка? Тебя как зовут? Выбрал ту Дедушка Мороз. Не я. Не я. Сколько тебе лет? Здравствуйте, здравствуйте, дедушка, скорее к нам. Тебя как зовут? Макар? Как вы перед тренировкой разминаетесь? Ногами. Никак, скажи, да? Поехали кататься. Новая трасса Сыр. Это смысл правильное решение. Разворачивай лыжи, да. Все, давай, погнал. Че, куда мы едем, Мил? Учебной галы скатиться. Че, все, едем вниз. Давай. Вон туда езжай. Не успела сесть, что ли? Что, будете отплясывать? Все, в смысле, круто, дети. Оу, мисс, плиз, я плачу. Если хочет чупачу, нужные деньги намучу. Она сушит, намочу. Я как самый лучший блогер, нужный траб... Мих, ты откуда такая? Нет, снежная нет, баба. Нет. Вот такой вот утренний Новый год. Сегодня 1 января. Не знаю, как мы будем отсюда двигать. Машина, вот она вся в снегу. Поэтому... Ну как тебе? Макар, что не сделаешь, да, чтобы идти на гору в такой день, да, когда снег валит? Пошли, пошли. Дорогу замело, в смысле такси, ни хрена нету, машина наша не выйдет. Макар, я скажу, на буксире, да, еду? Да. В горку. Все, ты рад? Ага. Добрались до снега. Все, поехали влево отсюда, в лес. Все, по кайфу, Макар. Встает лыжа. Ну давай, иди вон туда, где тут твердое тогда. И куда ты тут идешь? Иу! О, вот это, конечно, достойно. Вот,
Вот это, Макар, 1 января, да? Макар, что как тебе? Застрял. Застрял? Просто сказка. Пошутил я. Че, Макар, кайф? Да, жарко только. Жарко, да. Потому что ветра нету, снег валит. Смотрите здесь, как тут глубоко. Просто. Снег не раскатанный. Че, ешь снег? Да. Все, поехали, будем чай пить сейчас.